И раз, и два, и три, и четыре. Давай быстрее, Таня. Я хочу, чтобы ты стала самой сильной. Я уже устала, Фредди. Можно мне отдохнуть? Если ты хочешь стать такой же сильной, как я, тренируйся. Вот он я, и ты маленькая, смотри, тут вон чувак какой-то бегает. Это что-то он хочет, он убивать хочет или что, я не понимаю. Ну смотри, слушай, это классическая качалка. И я здесь довольно сильный. Вот чувак какой-то бегает, смотри, и он сейчас взял кого-то убил. У него 21 тысяча силы, но если он тебя сейчас будет бить, я ему сразу наковыляю. Так, в общем, смотри, ты здесь вот такая маленькая. Бери на двоечку гантели. Ой, что-то у меня аура слишком большая. Да, и прокачивайся мышкой. Так, блин, у меня аура слишком большая. Вот, все, теперь это нормально. Харизма. Да, это харизма. Тут, короче, ко мне подошли, походу, нас узнали. Возможно. А может быть и нет. Давай, вот, все. Ты вонючка! Я тебе сейчас дам! На, получай! Офигеть! Он взял тебя, убил. Он убил тебя, да? Да. Блин. Я так лежала, как будто меня реально убили. Реально. Во, я вижу тебя, ты прокачиваешься. Вот, да, я тебя нашел. Вот, и мы с тобой вот такими темпами, короче, можем прокачиваться. Ты прям видишь, какая тоненькая, прям малюсенькая. Но это, знаешь, я это... просто не ела 2 дня. Ясно. Все понятно, тогда можешь, в принципе, не качаться. Ты вернешься снова в норму и станешь сильной, как и было раньше, да? Ну, а можно мне просто покушать, да? Можно покушать? Ну, можно, в принципе, это устроить, да? Можем дать тебе покушать, чтобы ты стала еще сильнее. Ну, слушай, это прям классика-классика, где мы с тобой когда-то давным-давно даже играли в похожую игру. И, о, ничего себе, какая-то, смотри, красная аура у тебя появилась. Это значит, что в тебе открылось второе дыхание, и ты прям начинаешь прокачиваться. Давайте-ка посмотрим. У тебя 100 силы, кстати, уже. Довольно неплохо. И ты видишь, в самом начале ты была прям супер тоненькая, а теперь у тебя уже силенки-то появились. И ты немножко не растолстела, но типа... О, Фредди, я вижу твои глаза. Да? Как ты видишь мои глаза? Они спрятаны. Ну, ты наклонился, я смотрю. А, вот так, да, вот так вот. Вот так можно разглядеть мои глаза. Посмотри. Хватит мне глазки строить. Тут я качаюсь вообще-то. Ты смотри, я больше тебя стала. Нет, не больше. Тут, вон, девочка еще больше тебя. Смотри, какая большая ходит. Я, ладно, не буду к ней подходить, а то она обидится и убьет еще меня. Ну, нет. По идее, да, на сервере нет никого сильнее меня. Хочешь, я тебе покажу? У меня ляжки больше... Чё? Ляжки чё больше? Ляжки больше, чем я? Я говорю, ляжки больше, чем твои. Не, ну я потому что маленький размер. Смотри, я сейчас покажу. Смотри, я могу быть вот таким. Вот, видишь? Это не максимальный еще размер. Это так, типа, немножечко. Вот, видишь, о, господи, смотри. Теперь я как твоя нога. Нет, ты да еще меньше. Ты вообще для меня муравьишка. Вон там кто-то бегает. Для меня вообще тут все муравьишки. Я, короче, вот так вот делаю. И максимальный размер. Я вообще никого не вижу. Вот сейчас вы реально для меня как муравьишки. Я вообще супер здоровый здесь. Ладно, все, я уменьшаю. Все, 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 повыпендривались и хватит. Все, я снова ноль. Вообще кошмар. Ну ладно, ладно. Я снова ноль. Ты не завидуй, не завидуй мне. Ты допрокачивайся, и ты так же сможешь. Ну-ка, во-во-во, правильно. Давай, вот так, упал джаз, давай. Раз, два. Ну-ка, вот так, еще, еще. Ну вот так, молодец. Да, да. Тебе сейчас да. Очки спадут. Нет, не спадут, они у меня на клей приклеены. Смотри, могу хоть сколько так делать. И вообще все равно. Мне все равно, видишь, да? Попробуй, вот тоже, ударь, ударь меня. Вот на однерку можно драться. Давай, попробуй, сбей мои очки. Может быть, у тебя получится. Ну-ка, давай. Давай леща мне, давай. Давай, конкретного леща дай мне. Давай, я хочу, чтобы ты дала мне леща. Давай, все, стой, стой. Я сам подойду к тебе. Подожди, сейчас я встану. Давай, вот все, я встал, давай. Давай мне леща, бей мышкой. На, давай, вот так. Ух ты ж как, слушай, это щекотно было. Ну-ка еще раз. Ах ты ж, о-о-о. Отталкиваешь, ну удар у тебя сильный, да. Давай еще раз, попробуй. Давай, ну нет, ты не бьешь. Ты просто кулаки достаешь. Вот теперь ударил, да. Все, все, хватит, хватит. А то реально сейчас собьешь мне очки, блин. Все, 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 давай, вот. Кулаки достаешь. Да, все, теперь давай прокачивайся.
Ну ты кулаки достаешь, да, я кулаки не доставал. Если я ударю, я могу безичком тебя дотронуться и все. И ты улетишь сразу же. Но я этого делать не буду, конечно же. Я только... Ты что, мне угрожаешь? Нет, ты что, нет, конечно. Ну-ка, так, вот так вот. Сейчас стану около тебя и буду курировать. Давай, правильно делаешь. Кстати, можно и тебе теперь лечь вот сюда. Пойдем со мной. Ты стала уже довольно сильная. У тебя 309 сил, и теперь ты можешь идти вот сюда. Идем ко мне. Идем ко мне. Там, кстати, потом турнички есть. Можешь на турничках позависать. Ложись так на какую-нибудь. Смешно. Да, вообще смешно я сам по себе. Вот так, давай. Я еще тебе встану вот так вот и буду помогать. Давай! Упал, отжалась! Давай! Давай, давай! А можно давай. Мне другого тренера, пожалуйста? Нет, нет, нет! Знаешь, сколько у меня желающих, чтобы я стал их тренером? Нет! Тебе повезло, тебе очень повезло! Давай, вот так, молодец! Ясно. 341 у тебя сила, это довольно неплохо. Так, я вижу там, что-то кто-то кого-то убивает. Я сейчас разозлюсь. Ладно, давай, ты у меня все-таки это сегодня ученица, и я буду тебе помогать. Давай, вот так сейчас, вот так. Я хочу встать на штангу, но что-то она прозрачная, не получается. Буду, значит, на тебе вот так стоять. И вот так, кстати, я сейчас тебе немножечко, знаешь, что сделаю? Немножечко вот так вот, чтобы потяжелее тебе было. Ну, вот так, молодец. А почему у тебя очков нет? Где у тебя очки-то? У меня очки есть, подожди. Это ты мне сбила их, походу? Сейчас, у меня очки есть, у меня очки есть. Сейчас, подожди-ка, ну-ка, дай-ка я ресетнусь. Видишь, как ты меня ударила, я аж развалился. Офигеть. Да, ты сбила мои очки, смотри, у меня нет очков. Ты сбила. Я тебя не вижу. Ты сбила, вот сейчас я встану. Блин, что я... И ты нет. Решил меня растоптать, да? Нет, 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 я вот встал. Ой, я прям на лицо тебе встал. Сори, извините, ученица моя прекрасная. Я не хотел этого. Что это за нога тут у нас? Что ну, это на за нога? Кто-то наступить хочет. А он, смотри, он захотел нас раздавить, но не получилось, потому что... Слушай, а ничего у тебя такой прогиб был? Да, прогиб... Вот так, да, типа до пола, да, да смотри, во, да. Давай, на мостик теперь, оп. Оп, сейчас, подожди, попробуй. А руки не могу дотянуть. Не дотягиваются. На мостик не могу встать. Зато могу вот так вот с гантелькой, да. А если я сделаю вот так? Что это такое? Мы прокачиваемся. Ты прокачиваешь руки, значит, ну, прокачиваешь с гантелькой. Ой, это штангой. А я прокачиваю себе пресс вот так вот. Ну, извини, конечно, что мои ноги прям у тебя на лице лежат. Ладно, да, не буду так делать. Ничего страшного, всегда так делай. Да, всегда тебе понравилось, да? Mm-hmm. Ну, слушай, у тебя сейчас, посмотри, новые кнопки какие-нибудь появились там? 3-4, что-нибудь появилось? Что? 3-4? Нет, 3-4 нет. Нету, да, ничего. Так, смотри, я тебя сейчас еще поучу камень бить. Все, в принципе, отсюда вставай. Сейчас пойдем дальше. Так, пойдем вот сюда, смотри, видишь, камень стоит. Ты можешь его бить. Ну, например, тебя кто-нибудь разозлил, ты такая подходишь к камню. На тебе, на, получай камень, вот так. Вот, да, кулаки правильно достала, и бей этот камень. Вот так, вот, да, вместе будем бить этот камень. Понимаешь, всю злость можно на этот камень. Поняла, да? Да, понятно, да, я понимаю. Понимаешь, просто да? я очень удивлена, что я такой большой стала. А, ну, кстати, да. Видела, да? В самом начале была вообще спичечка, а сейчас довольно неплохо. Вообще прям хороший результат. Так, сейчас надо вспомнить. Тут, кстати, беговые дорожки, блин, только не с этой стороны. А здесь я вот не помню, сколько надо силы, чтобы прокачиваться. Блин. Ладно, окей. Давай тогда пройдем с тобой до беговых дорожек. Посмотрим, сможешь ты на беговой дорожке вообще стоять или нет. Пойдем за мной. Я маленький. Почему нет? Не знаю. Пойдем вот сюда, за мной. Вот, чувак какой-то подошел, смотри, тоже начал всю свою злость. Ты что, он тебя ударил случайно? Ну-ка, отомсти ему, давай-ка я тебя научу драться. Ну-ка, бей его. Я не хочу драться. Ну ладно, смотрите, ребят, отказывается. Ее ударили, она не хочет с ним драться. Ну, я тогда отомщу. Или ладно, он случайно вроде ударил. Ладно, не будем его трогать, окей. Не туда идет. А, ну вот, кстати, да, ближайшие беговые дорожки, молодец. Давай, вставай просто и бегай. Надо на ней стоять ровненько. Вот смотри, я, например, бегу, оп-оп. Смотри-ка, ты справишься. Нормально? Я думал, у тебя не получится. Сейчас я вот так подпрыгну. Нет, ты что, в меня не веришь, что ли? Нет, ну, ты меня, это, осторожно. Как называется вообще? Эй, я хочу залезть на беговую дорожку. Вот, да встань ты. Вот, все, встал. Все, я встал.
Все, теперь я могу за тобой следить. О, нифига себе, как тебе сложно. Ты прям потеешь так сильно, да? Сложно. Да. Ну, типа, да. Ребят, посмотрите, конечно, на беговой дорожке, если так бегать. Так, смотри-ка, я смотрю, какой-то тут чувак зашел, да? Опасный, бегает быстро. И если что, я на этом, на страже этого сервера. Вон, смотри, видите, да? Бегает и что-то хочет от других людей. Ну, в принципе, ты молодец, неплохо, неплохо качаешься. Тут, кстати, смотри, темный парень какой-то к нам подошел. Это же Уити. Бомбочка. Это Уити, да. Нифига себе. Скин Уити, ребят, прикольно. Ой, он с тобой хочет бегать на беговой дорожке. Ладно, я не против, что. Ну да, я тоже не против, пусть бегает. Что-то тут это, сейчас больше и больше людей становится, потому что. О, смотри, он ко мне запрыгнул. Здорово, Уити! А я не Уити, я Фредди! А это Таня вон бегает и. Ой, что это такое? У меня тут голубь какой-то на весь экран. Ты видишь, как я бегаю? Да вообще, ты на краешке прям. Ну, тебе сейчас подножку поставить, сразу пойдешь. Так, ну, знаешь... Сначала мне подножку, да, поставить? А, вон, да-да-да-да. Давай, пойдем этот... Пойдем, все, слази с беговой дорожки. Пойдем, я тебе покажу новые штанги. Да! Нет, ну, я знаю, что ты мощная сила, это понятное дело. Пойдем вот сюда со мной. И вот сюда, да. Идем. Вот, вон там, вот здесь стоят еще штанги. Я не знаю, по идее, ты можешь на них прокачиваться вот здесь вот. Да, и я не знаю, хватит ли тебе силы, по идее, должно. Давай посмотрим. У тебя уже 660. Можешь брать? Тут сколько полторы надо? Блин, полторы, а здесь сколько? Тоже полторы? Тут тоже полторы. А вот здесь, вот эти. А это 1000. Блин, немножко, значит, не хватает тебе. Ну ладно, давай тогда вот сюда вот. Здесь вот еще в центре карты есть обычный лежачий, ну типа жим лежа, которыми ты прокачивалась. Здесь, в принципе, вроде как должны все прокачивать. А хотя вот эту попробуй-ка. Вот здесь, приседай, видишь, чувак. Чувака, который... Висит в небе. О, вот нету. Я вижу, какой-то чувак гигантский зашел, да. Ну давай, да, вот сюда ложись. О, и прокачивайся. Смотри, что я умею. А, нет, тут нельзя. А почему нельзя? Тоже сколько силы надо? Да, там 1000. А, это ну, 1000. Давай, о, Смайл Фредди, смотри, подписчик наш зашел. Нифига себе. Вот он, привет, вот привет. Он. Да. Я пока прокачиваюсь. Давай. Интересно, он нас заметит или нет? Смотри, вон он зашел, сколько у него силы. Военкомат у него ник. И у него 2,6 миллиона силы. Интересно, он проверяет топы. И интересно, он к нам подойдет или нет? Ладно, давай, я пока продолжаю тебя вот так вот курировать. И, кстати, у тебя скоро 1000 сил уже будет. И я, например, могу передать тебе каких-нибудь пэтов. Ты сможешь с ними прокачиваться. Да, давай-ка сейчас сделай 1000 силы. И я передам тебе питомцев. Ты будешь намного быстрее прокачиваться благодаря им. Главное, чтобы никто тебя не убивал. Вот этот чувак, смотри, вот этот чувак убивает. Вот этот чувак бегал сейчас и убивал. Смотри, у кого-то такой же скин, как у тебя. Вот я и говорю про него, да. А, это про него, что ли? Да, это я про него и говорю. Он зашел, у него очень много силы, он тоже сильный. Но... Иди подойди к нему. Не-не-не, и мне интересно, он нас заметит или нет? Давай сейчас просто проверим. Нет, а прикинь, ему будет приятно, когда ты к нему подойдешь. Да, ну ладно, давайте я к нему подойду, ребят, я подхожу к нему. Во, он что-то пишет уже. Он что-то написал. Ну-ка, что он написал? На, что-то, короче, он ругается или что, я не понимаю. Вот он, смотри. Он смотрит, смотри, он радуется, он в шоке. Привет. Мне посоветовали к тебе подойти. Он, кстати, какой-то черненький. Круто, ребят, смотрите. Кто бьет? Смотри, кто-то ударил нас. Ну, нормально, мы, в общем, выжили. Теперь он, наверное, от меня не отстанет, потому что он будет следить, как мы будем с тобой прокачиваться. Он сейчас, походу, у тебя второй тренер появился, смотри. Он сейчас будет стоять рядышком и курировать тебя тоже. У тебя 911. Да, два Смайл Фредди, тренируй себя. Да, он тоже залез и смотрит. Он тренирует тебя, давай, раз. Э-2, Э-3, Э-4, прокачивайся. Кстати, тебе чуть-чуть остается совсем до 1000. Я передам тебе классных пэтов, с помощью которых ты будешь потом быстрее качаться. Ну, давай-ка. Немножечко совсем остается. Вот, смотри, он тоже начал прокачиваться, я тоже. Ну, наверное, он тоже хочет, чтобы я был его тренером. Я встану вот так около него, прям на него, как на тебя. И буду вот так вот с ним в нем прокачиваться. Ой, это я случайно нажал, ой.
Ладно, нормально. Так. Ну, что там у тебя по Сири? Все, у тебя косарик есть. Все, я... косарик есть. Да, вставай. Я тебе сейчас передам пэтов. Прими трейд. Ты просто, опять непонятно, Таня. Принимай трейд. А, вот, все, теперь у тебя есть питомцы. А, зайди слева, там предметы. И нажми на него и оборудовать зеленую кнопочку. Давайте посмотрим. Так, где ты тут у нас? Наверное, здесь где-нибудь появилась, да? Да, вот ты, вот ты. Во! Теперь у тебя есть два шипастых оранжевых ежика. Ну, слушай. Рижа. Ну, а, два. Можно? Да, да, да. Можно экипировать только два, к сожалению. Так, и... подожди-ка тогда. Вот. И один, каждый из них вроде по плюс 5 силе дает. И ты теперь можешь спокойно прокачиваться еще быстрее. А, ты поменяла, да, типа уровень 5 и уровень 5 сделала. Ну, да. Вот. Ну, смотри, ты была размером в самом начале такая же, как я сейчас, даже поменьше. А теперь смотри, в 2, а то и в 3 раза выше меня стал. Ну, в 2 раза выше меня. Да. А по объему так вообще не знаю во сколько раз. Ребят, если вам понравилось видео по Muscle Legend, обязательно пишите об этом в комментарии. Не забудьте поставить лайк. Всем, ребят, удачи и до новых встреч. Пока-пока. Давай-давай, отжимайся. Вот так.